Re, viss ēters ir te! И главная новость сегодняшнего дня. От должности отстранен директор департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбах. Из-за проблем с ремонтом столичных улиц. Не исключено, в будущем полетят головы и других чиновников. Оппозиция, которая призывала убрать Рейнбаха уже не первый год, уверена. Мэр Риги начал поиск виновных во всех грехах столичной думы. Все подробности у Сергея Герасимова. Спустя месяц после начала ремонта столичных улиц Бривибас и Лачплэша руководство Рижской думы признало, работы идут криво и нашли виновного. Директора департамента сообщения Виталия Рейнбаха отстранить. Так решил сегодня мэр города. Ряд работ можно было начать, и нужно было начать раньше. Из-за этого работы все равно будут завершены плюс-минус срок. И мы все равно заставим сделать все качественно, но в результате мы просто должны героически решать проблемы, которых можно было избежать раз. Плюс есть конкретные претензии по тому, как эти работы организовываются. Вопрос об отставке Рейнбаха думская оппозиция уже дважды вносила в повестку дня заседаний. Последний раз чуть более месяца назад. Все безуспешно. В единстве, говорят, Ушаков теперь спасает честь согласия на фоне падающих рейтингов. К сожалению, я думаю, что ремонт не закончится до начала учебного года. Ну, наверное, поэтому мэр города и начал такое проактивное действие. Такой строгий начальник сделал решительный такой выбор и выкинул, наконец, этого Рейнбаха. До 1 сентября ремонт улиц действительно не закончат, признают в Думе. Разве что проезжую часть. Впрочем, несколько месяцев назад работники департамента сообщения попали в центр коррупционного скандала. А в рамках другого уголовного процесса статус подозреваемого имеет и сам Рейнбах. Но, по словам Ушакова, отстранение связано именно с ремонтом улиц. В департаменте сообщения говорят, что об отстранении своего начальника от службы узнали из социальных сетей. Еще сегодня с самого утра он явился в кабинет, забрал рабочих и уехал на объект. На телефонные звонки Рейнбах сегодня не отвечал и на рабочем месте больше замечен не был. Исполнять обязанности директора департамента теперь будет член правления ЦСДД Эмилс Якринс. Я примерно год занимал пост советника господина Рейнбаха, но моя компетенция была такие более бумажные дела. Впрочем, Рейнбаха пока только отстранили. Решение о его отставке планируют принять 30 августа. Сергей Герасимов, Янис Катлапс, Латвийское телевидение.